Хоба, привет, с вами доктор Влад. Ну, насчет вчерашнего китайского вот этого спектакля. Ну, ребят, я не знаю, что это слово означает. Вы же говорите, у вас там много китайцев. Ну, спросите у близлежащего китайца какого-нибудь. У нас тут вот сосед индус, тут вот мексиканцы есть, да, а украинцы вот там есть. Я вчера с собаками гулял, тут украинцы дом отдыха, прохожу, там старичок такой-то. Ну, обслуживает, живет там постоянно, следит за порядком. Я говорю, а что это нет никого? Да, говорит, погоды нету, и нет никого. Так грустно, грустно. Он там с женой, наверное, живет, пожилая пара. Вот, ну ладно. Так, а у нас плюс 17 сейчас, и дождик вчера целый день был. Ну, в общем, как-то так. Но я еще на байдарке покатаюсь обязательно. Разболтался, новости надо делать. Говорят, сотник больше новости не делает. Ну ладно, меньше конкуренции. Мне вчера написали тоже. Вы, говорит, что, говорит, не говорите насчет лесных пожаров в Красноярском крае. Ребят, ну не так много было информации. А вот сегодня за сутки, значит, площадь лесных пожаров выросла в 1,5 раза. И больше, почти 700 тысяч гектаров. Можете себе представить? Вот, и там, конечно, 101 лесной пожар. Это ужас. В том числе в авиационной зоне даже. Ну, то есть самолетом не летать. Это нехорошо. Потом вот тут дым от пожаров в Красноярском крае окутал Новосибирск. Да, значит, дым с запахом гари. Ну, понятно, какой там запах, какой еще это будет. Дымовой шлейф на территории 4 субъектов Сибирского федерального округа. В ведомстве отметили, что угрозы для жизни и здоровья населения нет. Ну как же нет угрозы для здоровья-то? Представляете, если у кого-то легочные какие-то заболевания, а там их полно, там без того-то не больно хорошо. Во, дышим смогом дальше. Пожары в Красноярском крае не тушат из-за экономии. А чё, говорит, это далеко горит. Труднодоступный район, это будет очень дорого их там тушить, а людей там нету, городов там нету. Вот и все, ничего, пельмень, да, северная территория, Увинки, ну а что там, людей нет, что ли? Ну это вообще, ну это только вот в России так, конечно. Может быть, Новосибирск затянуло смогом с утра. Что тут еще? Абаканский аэропорт принимает самолеты, не севшие в Красноярске. Они могут они сесть, а потому что дымом все заволокло, это не больно здорово, да. В аэропорту Абакана приземлилось непривычно много самолетов. Наверное, не очень большой аэропорт. Из Красноярска летят. Ну ладно, вот так вот. Это не здорово, конечно. Один из героев расследования «Медузы» о похоронном бизнесе избавился от активов в России. Можете себе представить? Активы в России у него 19 лет, парень, он перепугался. Вот, ну когда вот Голунов вот это вот опубликовал, да, насчет, ой, насчет похоронных дел, да, и это самое, все продал, сразу все продал. Вот, какая-то фамилия интересная, семья Мазаратти, Мазаратти. Ну вот один из Мазаратти, Егор, в рекордные сроки избавился от всех 8 принадлежавших ему компаний. Вот так вот. И, кстати, у этих же Мазарати они клуб какой-то тут содержат. Помните, я вам говорил, да? Это произошло после того, как у них нашли плакат с митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и избили 3 журналистов. Клуб крышует ФСБ. В полиции им сказали. Так, да. Металлика поет группу «Крови» на русском Лужниках. Я вчера послушал. Да, правда, поют. Американская рок-группа. Ну, правильно. Чё не спеть-то? Хорошая песня. Так, Цойская, если кто не знает, кто такой Цой, да знаете. Орешкин опять выступил, предупредил о последствиях проблемы закредитованности. Он вообще, он Ванга какая-то, этот Орешкин, да? В 22-м году, говорит, все разрушится к чертям. О, даже так. Мы до 22-го года уже не дотянем. Ну, лопнет пузырь вот этот кредитный, да. Ну, вы понимаете, да, что кредиты берут со страшной скоростью, а выплачивать никто не собирается. Ну и все. Британец с земли снял на видео стыковку Союза с МКС. Не можете себе представить. Но он телескопы изготавливает. Вот в чем дело. Ну, видимо, взял так телескоп побольше и снял.
Как раз они над ним там пролетали, над Британией. Нормалек. Какое интересное расстояние там. Ну, какие-то сотни километров, наверное. Ладно. В Краснодаре затопило десятки улиц. Здрасте, приехали. Вот теперь в Краснодаре потоп. Уровень воды в местах затопления достигает 20 сантиметров. Эта машина уже не проедет. Ой, ужас какой. На Кубани более 50 территорий оказались потоплены из-за ливней. Вот это номер. И опять тут про Орешкина в новостях. Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности. Перепугались там, да, наверху. И вот там, наверху. Россиян предупредили о росте цен на красную икру. О, ребята, тут красная икра. Теперь дорогая будет. Закупайтесь. И солите. Так, а это что такое еще? Большинство американцев, заголовок зацените, большинство американцев вместо аренды квартир предпочли трейлеры. Ну, прям вот у нас все в трейлерах теперь живут. Ну, это знаете что? Ну, да, тут из всего можно вытянуть что-то, какую-то истину, да? Дело в том, что в Лос-Анджелесе там очень дорого вообще, вот там страшно дорого стало снять дом, особенно молодежи, да? Ну, дом, квартиру, жилье, неважно. Вот, ну и это... Да, действительно, трейлеры снимают молодые. Вот поженились, а денег нет на квартиру. Ну, что не снять трейлер? Сотня долларов в месяц. Ну, потом подкопить и купить дом уже нормальный за пару миллиончиков. А тут большинство прям, да, ну, куда там? Да. Ой, еще вот вторая статья. Чудные. Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше. Какой-то мальчик, вот отец его украл. Там что-то они с женой делились, он и это самое, суицид совершил отец, ну, это и мальчик тоже вместе с ним. Впоследствии тело отца нашли в районе железнодорожного переезда. Полиция отмечали, что он совершил суицид, ну, и мальчик тоже, ну, наверное, так. Ой, так, что тут еще? А это что такое? О, СМИ сообщили о поимке мужчины с бомбой в Когалыме. Вот это да. А где такой Когалым? Югра, Ханты-Мансийский автономный округ. В Оренбургской области при тушении сухой травы погиб пожарный. Ну, это ж надо. Это я вот просто новости. Вот куда я тебя попал-то? Где я есть? РБК. Минтруд предсказал рост числа безработных предпенсионеров в 1,5 раза. Ужастики какие-то, ребят, я не знаю. Вот хорошая новость. Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38 и 45% голосов. Вот так вот. Слуга народа, значит, 38%. Второе место у Батьковщины 11%. На третьем партия бывшего президента Петра Порошенко 9%. Ну и нормально. Так. Партия Зеленского. Молодцы. Рок-фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тысяч человек. Ух ты, ну молодцы. Это знаете где? Это Большой Завидово в Тверской области. Ну, рок-нашествие, да. Платежная система Western Union ввела ограничения на переводы из России за границу. Теперь не более 600 тысяч рублей в месяц. Упс. Они распространяются на переводы Казахстан, Киргизию, Китай и Вьетнам. В эти страны еще в апреле сумма была ограничена 100 тысячами рублей в месяц. Вот это да. Ну, по данным Центробанка, за прошлый год россияне перевели через платежные системы в другие страны почти 10 миллиардов долларов. Да у нас одни мексиканцы, наверное, столько переводят к себе в Мексику. И ничего. Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой. Ну, это вообще перевернулась машина. Пьяный водитель скорой. Как это может быть? Блин, их же проверяют там всю дорогу. Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа. Вот прикиньте, да? По информации, значит, Нью-Йорк Таймс, от сокращения инвестиций пострадал целый ряд отраслей, включая рынок недвижимости США, стартапы Кремниевой долины и американские штаты, которые годами пытались привлечь инвестиции из Китая. Вот так вот. Вот вам Трамп, да? Вот кто-то его любит еще. Ой, Господи. У моей жены подружка есть, вот они вместе катаются по, ну там, они, тоже она туристка, она еще старше моей жены.
Вот, и вот тоже они последний раз катались тут, и, значит, она и сказала, я, говорит, Трампа люблю. А моя жена так, ну, она умная женщина, говорит, я, говорит, его, я с тобой спорить о политике не буду, но на внешность он мне не нравится. Вот так как-то. Да, ребята, тут есть русские, ну, она русская тоже. Русские, которым Трамп нравится. Но они не видят человека просто, и все. Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым. Да, ну, конечно, она старенькая уже. Ну вот, ну жива, самое главное, что жива. Ничего, вылечат, вылечат. Спокойствие правящих тупиц, серпом по, телеграм-канал. Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу. Крылатая фраза Александра II: «Это не для российских властей, они ведут дело ко взрыву». Ну правильно, ну вот, ну, я еще почитаю, вот хорошо пишет просто. Одного вчерашнего митинга на Сахарова хватило бы дальновидным властям для того, чтобы дать указание из Кремля снять Собянина, зарегистрировать всех кандидатов на выборах в Москве, Питере, отменить выборы губернатора северной столицы, убрать муниципальные фильтры, открыть оппозиции дорогу во власть, разделить с оппозицией тяжесть положения, в котором оказалась страна. Ну, они... Ну и дальше тоже. Но ведь им подавай миллионы на улицах, только тогда они, может, пойдут на переговоры, а ранее никак. Но захотят ли с вами переговоров миллионы кремлевские умники? Они вам выставят требования капитуляции без оговорок. Ну, правильно все. Ну, Валерий Соловей тоже пишет. Возможности парламентского протеста исчерпаны, а ненависть возросла. Экстренные службы восстанавливают подачу электроэнергии в ряде районов Нью-Йорка после воскресного сбоя. О, как там что-то сбой какой-то был. Бруклин и Куинс. Причиной сбоя могла стать сильная жара в Нью-Йорке. На электростанции пришелся пик нагрузки из-за массового использования кондиционера. Да, у нас летом очень... Кондиционеры же, они очень много жрут электричество. В России при крупных предприятиях появятся филиалы исправительных учреждений. Ну вот так, ребята. Ну правильно, вот как это? Молодежь, арестантский уклад един. Да, вот сейчас это... Молодежь уже выросла, пошла в начальство. И вот начали организовывать, чтобы вместе, да, заводик, и там же работают эти самые осужденные. Вот такие дела, ребята. Все сливается. Россия становится одной арестантской страной. К сожалению. У меня на сегодня все. И мне Антон вчера написал, я, говорит, не могу, я, говорит, хочу себе выходной устроить. Ну, конечно, надо отдыхать, ребята. Надо, надо отдыхать. Я, может, тоже отдохну. Всего хорошего. До свидания. С вами доктор Влад.